Йога для исследования своей внутренней природы. Шамбхави мудра. В истории человечества было множество по-настоящему ярких людей. Они сияли ярче, чем звезды на небе. Но почему, как кажется, один оказывается одарен невероятными возможностями, а другой вынужден сталкиваться с трудностями на каждом шагу? Если вы посмотрите на себя как на механизм, то у вас есть тело и разум. У вас может быть великолепное тело и великолепный разум, но то, что вы называете благодать, это смазка. Без необходимой смазки вы будете застревать на каждом шагу. На планете существует огромное количество таких людей, умных, способных, но в жизни они застревают на каждом шагу, потому что отсутствует необходимая смазка. Так что для человека очень важно иметь элемент благодати в своей жизни. Шамбхави мудра — это процесс, похожий на распахивание окна, для того, чтобы человек стал восприимчив к благодати. Вот несколько рекомендаций, которые обеспечат оптимальные условия для занятий и значительно улучшат ваше восприятие практик. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, либо поставьте их в бесшумный режим. Не рекомендуется проходить программу на полный желудок или сразу после приема пищи. Пожалуйста, сядьте, выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Положите руки ладонями вверх, не скрещивая их. Эти условия подготовят вас к тому, чтобы быть в повышенном состоянии восприятия и позволят получить наибольшую пользу от практик. Эти практики безопасны и очень просты. Ими может заниматься любой. Выполняйте все медленно и осторожно, следуя указаниям. Если вы чувствуете боль или дискомфорт, остановитесь и проконсультируйтесь с врачом. Обучаться практикам может любой по достижении 7 лет. Если вы носите очки, пожалуйста, снимите и отложите их на время занятий йогой. Сядьте по-турецки, скрестив ноги перед собой так, чтобы вам было удобно. Спину держите прямо, так, чтобы вам было комфортно. Мы будем удерживать йога-мудру. Соедините большой и указательный пальцы так, чтобы они соприкасались кончиками, формируя между собой круг. Остальные пальцы оставьте выпрямленными. Все 4 пальца, кроме большого, прилегают друг к другу без промежутков. Мудра развернута вверх, лежит на бедре. Руки и плечи должны быть расслаблены. Закройте глаза, лицо направьте немного кверху. Когда вы сидите с лицом слегка направленным кверху, появляется естественное сосредоточение на области между бровями. Удерживайте это естественное сосредоточение. Не концентрируйтесь. Просто удерживайте естественное сосредоточение между бровями и сидите, направив лицо немного кверху. Глаза должны быть закрыты. Удерживайте это мягкое и ненавязчивое сосредоточение между бровями и следите за естественным движением дыхания. Продолжайте сидеть таким образом от 3 до 6 минут. Йогарто ва, богарто ва, сангарто ва, сангавинаха. Ясья брахмани рамате читтам. Ясья брахмани рамате читтам. Нандати нандати нандате ва. Нандати нандати нандате ва.
Не торопитесь. Не торопитесь. Медленно, очень медленно. Откройте глаза.